Если кто-то еще не убил трэш в небо, можете меня сумануть. ДК не будет, пройди. Ты кое будешь БДКвать меня. Виталик, он, ты зайдешь? Да, я сейчас зайду. Сейчас. Тебе клип на ТП 4 минуты. Интересная мысль. Да, придется кто-то кого-то на голема отправлять. Давай я протопалом, но я как бы не так, чем раньше. Леона никогда не там? Нет. Голема протопалом. Если на пул хороший, то никогда не должен. Сейчас я помогу, только десантируюсь. Я думаю, это. Что, у нас опять 4 резки собирается с утра? Че вы хотите потанчить Хариона протопалом? И протоваром. Че? Хариона танчить такими танками не очень. Блин, мы так привыкли в три хила ходить. Капец. Смотри, почему? Ну, два это очень сложно, просто. Не, раньше было легче, раньше люди были склонны. Кирилл, по сабам два хила нормально. Сейчас будешь хилить. Там хилиться с сабом? Не, я кирилл трезвый, я сейчас ничего не хочу делать, так. Сап просто... Ладно, будешь с этого хилить. Нет, там дело все в том, что сап постоянно зависал, и я хилил. И все равно мы выхиливали вдвоем тьму нормально. Просто дело все в том, что тот же Holy Priest очень полезный, когда он кидает этот щит с разгонкой. Могу кем-то зайти, тут на плащ уже не врываюсь. Ты же забрал плащ. Не, намага. Я думал, ты продал его уже давно, на. Ты не маг же мой, я его покупал и так. Да, без понятия. Сейчас Сэдли зайдет в ДК. Вон, Кюрс, АДК, я кому-то могу пойти. Не знаю. А Кёрпус, наверное, АДК КД уже. Да не, он предлагает мне. Поменяйте меня, у меня тут с аддонами проблема большая. Да. Ни хрена не работает. Ну так реши эту проблему. Вот решаю. Стяните донны минут 10. Включать. Остановить. Магистрат, поставьте стол. Чё, Фалария набрать? Больше некого. А кто это? Хазара. Окей. Залив ману не цели, какая, блядь? Макро. Стоит. Ну
планирую. Про себя выбирает, он пишет не цели. Если кого-то, смотрю, вот я залю пробудителю. Макрос будет писать. Что значит себе залить? Халиону заливался. Заливая себя таргерки Халиону. Кого-то можно позвать в раз? Тутку. Прицела. Стави прицела, чтоб у меня папа пакан сгорел. Так, дайте стол. Паладин, дайте баф по себе. Гэндальф, блять, дай стол. Ладно, дай стол. А нахуй мне твоя рыбка, блядь? Дайте стол, ёпта. Дайте стол. Ёпта. Да, попросил бы нормально, я бы дал. Ты какой-то неадекват, реально. Я? Я когда общаюсь, ни одного мата не говорю. Где эта костяра? Вот мне тебе. Короче, тут Десар пишет, тикни нахуй нытика этого зги, он заебал, это про Бьорна. Да ты успокойтесь, чего я не знаю. Как это? Как в детском саду. Да. Пришлось вместо Бьорна спасать целка 10 яр. Ладно, пуляйте босса. По коту кулак дайте. А, тю, я ж тебе сам могу дать кулак. Это ты про Войды писал, Дэйфа, не знаю. Дай им-ка, Марк, помогу. Где кидай? Первый кинул. Я на ШП. Горите в огне хозяина! Прикольно. Добрый день, в свет или во тьму? В междумирье. Умели? Чистилище нахуй. Это точно, что резко это чистилище. Кто кидает правосудие света на босса? Я. Больше не кидай. Да у меня оно пока достоит. Не хочу менять. Мучус. Можно взять Фалариана провогонить. Хотя найдется второй нокдаун или минус с гильдии. Наверное, да? Второй. Чего-чего? У нас есть один вагон, нужен херать второй. А кто еще один? Первый пати. Первый пати, блять, Редрик. Честел? Так он фуловый, нет? Да нет, тут про другого речь идет, наверное. Да, при. Я не понял там кого юмора. Правда. Хера себе. Когда ты его успел одеть уже, слышишь? Я тут, блядь,
Годами не могу персонажа понять, это уже почти бисовый. Я тебе объясню, Ваня, ведешь ТЛК своим вагоном, без ГП, забираешь шмот, и все. Да, блядь. Потом кидаешь висеры в группу, чтобы больше никто ничего больше не видел, там по 500 сообщений, и все хорошо. Или СРС уже есть. Так вы мне на прошлом КД и отдали сами, что вы удивляетесь? Че, мне не лететь? Вот да, лети. Портали. Там Верзила зайдет на сову вместо совы опять тоже. Ладно, во тьме подамажишь, там инеры покидаешь, спокойствие. Да калька больше всех шмота унесла, но лору уносит пока. Не-не, Войт, сколько ты, блять, спиздил шмота без ГПФ, а тут никто не унес нахуй. Поклонский тут? Мало того, что еще без ГП, так еще в 4 утра откручивает. Что ему 4 утра в полночь открутило? Так нет, он утром перед работой как раз в 4 утра и выходит. Да. В смысле, вы его с рейдов отпускаете в 5 утра, блядь? Копию, утру вторую, погнали. Каску, ребят. Я дал кулак, каску по ДК дайте. Помогаем тоже. Может забыл, кто чувак файфлайт, не важно уже. Лови вихрь. Говори, когда капельку кидать поклон. Так, я заберу пока, поднимаю поклон, а поклон забирай со стела босса. Забирай со стела босса. Под бабом потанчим. Давай Саку сейчас утроп и капельку на поклон дадите касочку. Сержик, поднимай Жекаса, бомбочка Дессера. Танки прожмите. Присты гимн отхил. Присты гимн отхил. Вы умираете. Забирайте танки второго босса. Дал тебе капельку. Как вы так дохнете, хуй знает. Так. Значит, КД все потрачены, верно? На БР? Да. Фаларин остался. О, Фаларин, ты будешь в ситу лучше. Где на тебя метки будут кидаться и будешь БР кидать на раков. Святилище считалось. Да, но до сих пор не подвергнуть. Поресать надо. Людей там. Черные драконы. Там лететь недалеко. Пишите его. Через хиллбот нормально БР, если я типа там настрою? Да, да. Все так и делают? Да. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Паладины, дайте баф по себе. Тут замешано и более могущество. Можно каску магам дать? В самом начале я ощутила присутствие. Каску и палам тоже давайте. Огромного сумеречного дракона. Герои. И кралики деньги высылаете. И пристабаф инту. Нужно остановить. Ну все, там бафнули, да? Кто запустил, погнали. Краля попрошайка. Фурики стакайте раз в пол и на хп на фолиполе.
Войт, ты кидаешься свет правосудия света? Триси кидает правосудие. Не кидайте правосудие. Я знал, что я кидаю, ё-моё. Да ты вы заебали, я же не знал, что он на шамане. Чё вы столько? Как будто я его знаю, все его перцы, бля. На честили. На стиле. А чё меня так смущает в этом правосудии? Какая разница, кто его кидает? Не говори. 20 тысяч больше на хейт на одном боссе. Этот ХПС, он просто не тебе засчитает, а ретрику, вот и вся разница. Ну там польза для рейда одна и та же. Странно, что ретрик светлую печать вязает. В РС эта джага бессмысленна, она только на ревраде, ключе, синдрагосе, апает ХПС, как бы пол. Он такой, кто такой? Тоже держали, не хит. Палькиры близнец. Значит, она на всех катит. Ладно, давайте бафы. Жекас. Бахил, ты где хилишь? У тебя. Секьюрити, Жекас, свет хилят. 4 топатис хилят, убивает големов. Конский свет, кувай тьму. Честел разобрался, кому длань кидать. Первую, вторую. Хорошо. Чек на пул. Родеос или Гардиспер? А в свету какой шаман? Я. В свету никто не диспелит. По тьме диспелит Войд. Чего? Ты диспелишь во тьме, потому что Гопла во тьме. Нет. В смысле, выжить? Да, два хила во тьме, поэтому ретрики диспелят. Дестер с новым хилом? Нет. С новым хилом. Она прикольная. Давай, начинай, Кон. А кто свет диспелит на третий? Да я по диспелю. Она же может диспелить? Угу. Прикольно. Ну, в принципе, могу я. Я сам не дамажу. Да не, ты дамажишь, ты должен бафы раскидывать от боссов. Лапу вот эту. Побежали от босса, побежали теперь. Стакайте расколы, кричите на хп. Отвив. Трис, ты все, уже устал? Ты тут? Скажи что-то. Леона играем. Мало урона в рейне. Так, я придется мне диспелить. Его не могут диспелить. Блять, где там поклонки? Даль, ты развис уже. Поднимай фалариан Гильдаля. Поднял быстрее, вставай, беги. Только сейчас понял, что глупость сказал. Потому что. Блять, вставай. Вставай, чтобы мы посмеялись. Да, это срочно еще упадем. Давайте в босс играем. Сейчас будет переход до фана туда. Заходи, Кувай, сразу. Гильдаль, вставай, четвертой пати остались. Добивать голема, кружочек, заходим. Вот мне два хила. Три. Джаспан, метка. А, я все, я пас. Понял, да? Я на просто три креста нету. Думал, может два. Скажет. Скажет. Хирос, метку. Кому именно? Заходи. Ну бахилу, бомбочка, Эмер, ну бахилу, Сержик, ну бахилу, Ларио, ну бахилу. Блин, сосредоточен не стоит.
Рудеус, метка, выноси. Я ты мне три на Розалин. Честел, ты во тьме поставишь ауру сосредоточенности, ты понял? Мы выйдем в свет, ты поставишь. Меня слышишь? Смотрите там за кралькой, за маной её. Ты мне три на Розалин только что. Чё? Так, сколько процентов? 51. 51. Смотрим метку. Честно, выноси метку. Без свет выходим. Блять, ну я на тебя давал. Давай рост свет. Нихуя себе. Бомбочка метка. Тессер метка. Это Фаларион сейчас здесь был, да? Нет. Он сам себя здесь понял, значит. Побежали во тьме рост. Смотрим, мы уже. Молодец, Сержик. Следующий. Фаларион, он смеет сам себя. Отводи трэш. Прожмись там, трэш, пожалуйста. Подальше, трэш. Я убегаю. Подальше, трэш. Бомбочка. Ты там, ну блядь! Вставай. Скажите, когда зайти ему. Ага, ну встал, вы чё. Я умер. Ну и что дальше? Всё пропало. И ПР, и, блядь, падает. А? Ну, всё, чё, упал. Да не, вы не захилите. Ну если фридомы вы будете, блядь, давать их нормально, то захилим. Там не фридомы проблемы. В чем? Ну давай, расскажи, в чем проблема, Войт. Да там... В смысле, я захиливаю танка, я захиливаю рейд, но в чем проблема, кроме фридомов? Давайте Зан соберется с мыслями и начнем кидать длань. Да, там танка просаживает очень конкретно. Я ему сказал прожмить. Но побежал, диспелил себе около стенки метку и пиздец, ни одного фридома, я в ней умер. Дайте мамонт. Чему? А Войт говорит, что не в фридомах проблема. Ну конечно. Ну, даже если фридома сейчас посмотришь. Ты, паладин, смотри повнимательнее за фридомами. Я первый даю, ты второй, так по очереди. Я, ну, для кнопку могу нажимать, я не смогу так что-то делать, там, дамажить. Ты же как поднимали? Нет, нет. У меня синяя, у него желтая. Чувствовал, ты какую печать кидаешь? Желтую? Да. Что меня тоже будет один фейнер. Блядаль. Не заливайте перед переходкой на третью фазу все инеры мне, кральки, залейте хотя бы немного маны. Мана и так в порядке у нее будет. Примерно на 15 миллионов я ставлю тотем. Если приз есть во тьме, но сейчас его нет. Линдаль, ты все? Наверное, все. Крисия, сколько у тебя хосты в бисовом шоте? Почти бисовом, у меня 1431 без чешек и объекта. Ну, здесь не надо эти трени, я здесь ставлю чешку на хила и пыль. Ну, согласен.
даже лучше, если вообще утешение лучше. А если бы у меня было утешение, я поставил утешение. Это я когда утешение выбью, я буду ходить с пылью и утешением. Тупо на монорез. Ухуя себе, у тебя 1400 хосты, конечно, на монорез. Это ЦЛК можно похилить, там поставить объект героический, чушую, чтоб на хосты дохуя был. Но здесь как-то неохота. Ну, ты что, по мане садишься и пиздец. Пару раз в рыске такая хуйня была, что, ну, дохиливали уже без меня, потому что уже все залили, и редки руки кинули, но маны нет. Ну, да. А на вальке там нет смысла больше. Кёрс пишет, а что не два утешения, а что, их можно двое оставить? Типа с нормы из Геры? Да. Нет, нельзя. Уже можно, можно. Можно. Раньше. А, я так специально проверил. Это же как выборы, да? Вот специально проверил, поставил недавно. Посмотреть, оба прокуют. Это как, да, у тебя ты проверял? Бля, надо идти в норму и в Геру за утешениями. Хотя я не думаю, что утешение с нормы резает ману круче, чем та же пыль. Нет, снова круче. Пыль полная говно. Мысли, она хорошо манит. Даже осколк льда с ребра 10 гер, он и получше. Да, пыль очень редко просто. Поклонский батон. Все, начинай, Кве. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Да, будет ТВК, если ТВРК. Отошли от прямо босса, побежали в метеор. Нахуя вот так близко стоите, это пиздец. ГП иногда не считает за такую хуйню. Security. Леон играем. Подводи. Это сова. Ей босса не трешит. Метеор, побежали. Смотрим лужи. Отошли от лужи, давай сакру. Чисто выноси метку назад. Чисто метку назад. Да. Короче, диспейлить его, он не умеет, наверное, диспейлить. Да. БДК заходи. Рейд зашли. Четвертой пати бьем големов. Сейчас я кидаю Фрида. Кому? Инер. Бомбочка, Фалариан. Скажите, когда? Кёрс, выноси метку. Заходим. Заходим во тьму. Киллы будет? Ой, бой, диспейли во тьме. Забыл. Да? Да. Метка с лезвиями. Деос, выноси метку. Прикольно. Ой, ты не кинул Freedom. Есть. Б, ну. Трис, это ты? Ау, блин. Видно, да? Как это? Чё вздох? Ой, 51, там свет, готовьтесь. Секьюрити, оставайся во тьме. Смотрим метку, Сержик, выноси метку. Слышно?
Да. Я выкинул в игру. Арестать нуба? Нет, не-не-не, я не в игре. Ну, играем одного холипала. Давай. А, просто нет, РДС у нас метку. Так. Капельку кинул, побежали. А, ну я мертвый. Ну как бы все равно. Ну я в инсте. Ларин, мин. Наверное. Не позже. Я тебя выкинула. Играйте в мелкий трэш большого голема. Жека с хиль танков. Черт, свою насиметку. Отошли в квадратик. Побежали метеор. Дэл, сейчас отходишь от рейда, поешь гимн от хил, потом прожимаешь уход в тень. Отбежали. Вот троп. Выноси метку. Сакру прожимай. Рудеус гимн от хил. Все в трэш играем. В трэш играем. Обострёшься. Осторожно. Ну все, падаем теперь. Верзила, нахуя ты туда нес? Ты не мог слева от этих двух луж положить? Почему ты... Упали, да? Там, да, там паладин хилит. У меня сейчас трэш убил. Я видел. Почему ты несешь, сука, туда, где дыхание, где танк? Зачем ты туда бежишь, блядь? Кто во тьме хилит вообще? Я. Нет, вот сейчас кто хилили? Я и... У меня ошибка выскочила и выкинул с игры. Не. Трисью надо свет ставить. Чего? Он когда свет хилит с первого трая убила. Это, кстати, да, тема. Кстати, когда выкинул, я еще слышал эти возгласы варка от Вани. Ой, мой, не кинул ему фридом, да? Второй, два трая было только, да? Да. Продайте фласку на СПД. Кто там каски? Дай обмен, дам фласку. А у меня ноль мест, подожди, выкину что-нибудь. У нас что, демон вофнулся, да? Да. Его призвали. Дай обмен, Халя, прыгай. Деньги убери, сразу, ну, в смысле, голду. Угу. Подкупает, да? А мне продавать хотел, я помню. Спасибо. Ну, я продаю тем, кто просит постоянно, дайте фласку, аук в помощь. Кто был первый раз в жизни, когда я попросил фласку? Ну, не знаю, я ждал столько, что заебался. Я даю фласки только Джериону, потому что он нормальный игрок, Дессеру и еще пару людям, все. Вроде зашел. А, он уже в игре, да? Лут, говорят, групповой стал. Суеверие, да? Что-то паладин разобрался, нормально все. Как
перестак-то вообще? 100-500 персов на всех нужны фласки. Они так быстро кончаются, и я не могу фармить. Так ты же не ходишь по 10 рейдов в день. Да нихуя не делаю, просто. Постоянно есть фласки. Просто 10 персов нихуя не делаю. Да. Ни одного полабафа пишет, есть крест, щит. Тупо кидаю лед на стороне. Уклон готов. Минск. Поклонский. Да, туда, туда. Поклонский. Поклонский. Нет, оно. Поклонский, ты тут. Иро-ре-ре-ре-ре-ре. Поклонский пришел, да? Все, начинай. Начинай, Куве. Горн Поклонский. От фрейма отходим перед метеором. А чё труба так бьёт? Вроде не он танчит. Кап. Прицелил. А капля, понял. Молодец. Нормально. Со скидки скид. Чё-то не так. Ладно, что-то не то. Не кидай ГП. Я его нет, что-то танк умер. Но я перед танком. Последний трасс с двумя хилами. Потом я спеку пусть холипала. Давай сразу холипала. То есть у нас нету холипала сейчас, да? Ну, он, наверное, не смог похилить. Security тоже не смогла похилить. Там от лужи умер, да? На БДК умер от лужи. Так, ребята, а чё вы задаётесь вопросом, почему на точечном хиле масс хил первый? Это, бля, пиздец. Холипал да. Что делает? Дрочь? Я просто у Дессера Т9, там бонус крутой. А там насрать, тут на первой кто фазе Холипал перехиливает просто всех, пиздец. Загружу восьму в 90% случаев первым по хилу, шаманом. Я тоже почти не хилю светлую первую фазу. Не надо тут сказки рассказывать, что там холипал хуярит. Не, если специально он будет хилить, то может и перехилит. Но холипал тут не надо сразу врываться, ему же еще потом танк хилить, который големов держит. Холипал регенит маной очень быстро, какая разница. Ремонт нужен там? Кому баф еще надо? Чисто баф. Чисто баханду. Когда на бурст надо пережить метеор. Заходим за линию. Горн дайте, КВ начинай. Конский горн дай. Панкокер горн. Элвин метка. Возвращайся в дружественного игрока. Мы уже в рейде опять. Нахуя сяду, если хуярь. Ну потому что он знает, кого кто первый просядет. Котл, да не, 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 я по-другому хилит. Этот ушлепок хилит тупо из-за циферок.
Ну, накидал на двух танков жизнецвет, наверное. Что там еще есть? Вот так. Вот это там, Влад, не обижайся, но шлепка это так, по шутке. Бежали метеор. Нет, ему 10 косарей теперь должен. В смысле, обида не стоит, колды. Уже в районе. То у вас кралька еще голдой ценится там. Ладно, у меня семетку. Диспал. Это твоя история про то, что мне должны... Ну, не заходи, мне пока. Понравилось. Подожди, пока лужи пройдут. Лужи пройдут, подожди, не можем зайти. Блять, он незыблемость проебывает. Заходим. Ларин, залезший на РДСу. Бомбочка на бахилу, Сержик на бахилу. Что? Скажите, что там? Метка, заходите. Метка, слезем одновременно. Клайман, а у тебя аура какая? Хосты, каст аура. Ура, 52. Ждем метку, потом выходим в свет. Так, вышли в свет. Далее рост в свету. Метки все назад. А прицел бьет через взрыв? Нет, это сейчас не важно. В повороте метка. Побежали. Бьем теперь через взрыв разума. Во тьме рост. Смотрим лужи. Лужи текут в рейд. Лужи текут в рейд. Отошли в квадратик. Сержик, вы на семетку. РДД большого голема сыграли. Интересно. На пол. Сержик, Фаларион, подымай стила. Давайте каску попалу. Джаспанка на семетку. Играем Халиона. Так, от босса сейчас отошли, будет метеор. Побежали. Близко метеор. Далеко бежим. Смотрим лужи. Отлично, лужи раз... почти. Не, хреново. Или кого на семетку. Поклонского хилим. 3% было сейчас у Поклонского. Фантастика. Там ставлю. Бомбочка, метка. Тебя диспелить? А, диспелить. Тут труп, давай каплю на него, на Поклона. Побежали, метеор. Олег, я сейчас там поставлю. Рудеус, споешь после луж гимномано. Килика гимномано, ставь тотем, инери секьюрити заливаем. Бомбочка подымай, Жекаса. Гимнатхил, поем все. Рудеус, хилика гимнатхил. Прожимаем. Ладно, ничего не прожимай. Играйте большого голема. Жекас метка, танк, прожимайся. Капля надо тебе еще? Не. Пизда, блять. Бомбочка подымай, Жекаса. Метеор близко. Я его подымал. Молодец, Джерион. Сакру давай, если есть. Живем так.
Даю каплю на Поклонского. Попробуй на семетку. Я бы рез. Ты поднимешь его. Попробуй подойти во фрейм босс и поднять Джекаса сейчас. Минус танк, падаем. На, падаем. Заходим в окно. Мы уже заходим. Например, Рудеус, который у вас в ту, очень неплохо бы... Нет, Олега в хила, и пусть он в ту хилит, а Жекаса в тьму, треть. Наверное, не знаю. Я еще фридома не даю, да, они дают, я еще и не диспелю, тогда заебись будет. Жекас, ты во тьму заходишь. Я бы не потратил. Тратил бы? Это. Плюс поставь, если тратил. Только у нас Джекас третий хил теперь. Теперь это самое, кто-то десер там диспель, наверное, слышишь? Лапу друида дайте. О, Джейми, он вместо кого зашел? Хант ушел, да? Нет. Чувствуют на тепле. Там пиздец, я ему возложение отдал, блядь, сколько там, 30 с чем-то, блядь. Ничего, у него перса нету другого? Нет, наверное. Что там Т9 дает? 4. Продолжение криту. Давайте вам.
мальчик. Просто бафинг тут. Заходим за ними. Блин, тогда я особо не хилю на первой фазе. Нет, все хилят как обычно. То есть я тоже не буду особо хилить, все попадаю. Все, начинай туда. А, блин, так. Сделано. Келика теперь диспелит свет. Побежали на метеор. Исход, возвращайся. Мы уже в рейде. Легко отдал. Дэвс. Джекас частицу на Куэ. Шляпник фрейма, давай его на семетку. Побежали. Вторая подряд, да, была уже на тебе? Жека, семетка. Заходи, Куэ. Рейд заходим, бьем. Нету метки, короче. Сейчас поставлю. То есть ты теперь бьет взрыв разума ретрика по святой мету. Почему они не любили кружочек? Скажешь. Карте, когда будет 52%, ладно, я сверну окно. Внутри сельманы нету. Иннеры теперь заливаем на бахилу все. Бомбочка Сержик по бахилу. Бля, чуть ли это я не сбил из-за танка. Пиздец, его ебашит. 53. 52. 51, Олег, закрывай окна. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Обороте метка. Блять, Каноба с одноручками так не бил, это пиздец. Обороте, выйди в свет, рост. Рост, свет. Клятву пожал. Было частицу надо обновлять. Побежали метеор во тьме рост. РДД большого голема. Все играем через взрыв разума. Милики трэш, следим за лужей. Лужи в рейд. Сейчас я там хейтман. Только в трэш играем. Сейчас я, ты следующий.
Жека сметка. ВДС выноси метку. Ставит квадратик. Кукер метка. Сейчас побежим. Побежали. Да. Надо было сразу в 3 хила идти во тьме. И Жека с во тьму отправлять. Согласен. Отошла на 2 минутки.